Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Что ж, идем. Это тут ничего не надо, все, идем воевать. Убимаг. А, Убимаг, точно. Мы здесь будем с магами воевать, хорошо. Убимаги. Этой страной правят чародеи, которые могут заклинаниями оглушать пехоту и призывать себе на помощь войска. Уничтожьте статую Убимага. Где там Убимаг? А, вот, смотри, статуя. Так, срочно давай этих работников мне сюда. У него прям 4 работника пошло работать, а у меня только 2. И еще нужно мне 4 работника будет. Еще 4 работника нужно будет. Раз. Два. Сейчас принесу деньги. Сколько у меня вообще всего этих работников? 7, да, показывают? 8 теперь. По идее, их 8 и достаточно. Потому что если я сделаю, например, 9, он сейчас у меня пойдет туда, да? Вот, ну, в эту сторону. Сейчас посмотрим. Так, смотри. Этот призывает, гаденыш. Надо будет с этих лучников. Вот, видишь, один чувак пошел, потому что слишком... Так, давай, защищайся. Давай, выбей его. Давай, 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 давай. Сейчас попробуем. О, смотри, он его... Он... Давай, убивай его. Давай, вот этого теперь. Давай, иди туда, к магу, и убей мага. А-а-а, убили меня. Ах ты, ё-моё. Так, мага надо убить. Давайте, стреляйте, лучники. Еще бы... Вот, все. Маг повержен. Маг повержен. Мы убили мага. Все, мы победили. Правильно? Правильно. А откуда еще взялся маг? Скажи мне. Мы же убили мага. Нет. Этих магов будет тысячи, миллионов, тысяч, миллиард. Миллиарды магов будет. И они будут наколдовывать и наколдовывать. Пока им не надоест. Но у меня есть лучники. Поэтому мы сейчас столько лучников создадим, сколько магу и не снилось. Сколько лучников? Да, очень много. И это еще не предел. Все, добываем денежку. Угу, хорошо. Корона это мне приносит бабушки, бабульки. Денежки 80 рублей. 80 рублей, пусть это будет 80 рублей. Надо будет этих чуваков еще раскачать. Сейчас мы их раскачаем. Сейчас их раскачаем, чтобы они больше бабок зарабатывали, денежек. Так, что у нас тут происходит? Опять этот маг-волшебник стоит. Ага. Сейчас, в принципе, денег у нас много. Мы еще гоплитов будем делать. Гоплитиков. Лучников у меня дофигища. А давай еще одного лучника возьмем, чтобы для... Для счета было ровного. И начнем вот этих гоплитиков делать. Гоплитов. Вот три гоплита. Они дорогие. Они дорогие, поэтому много их и не сделаешь, наверное. Ну что ж. В принципе, войско есть, но мы подождем немножечко. Так, а ну что, кто нападает, что кто-то или что, вы там поменялись местами? А, смотри, вон еще один какой-то волшебник маг. У него что-то со спиной. Спина болит. Сейчас они вон, смотри, куча их прибежала. Так, что, убегаете? Смотри, они побежали на меня и потом остановились. А, нифига себе, еще третий маг, да ну нафиг. А эти что убегают? А нет, эти просто приносят. Нифига себе. Это что-то новенькое. Так, а у нас где там бригада? Вот у нас бригада, смотри. Ой, у нас красивая бригада вообще. Бригада очень красивая. Давай еще парочку этих самых лучников. Ага. Что у нас происходит в этом стане? А, они начали нападать на меня, да, я смотрю. И, а что они, подожди, подбежали, потом остановились. Ага, смотри. Не знаю. А ну-ка. В бой, мои бравые солдаты, в бой. Все. Сейчас посмотрим. Остановитесь. Домой идите. Нет, в бой, в бой. Надо вот этих, чтобы они не шли. Поехали. Все, домой, домой. Восстанавливаться энергией. Ой, так смотри, не упади, не умри.
Все, пошлите восстанавливаться, восстанавливаться. Так, а вы, ребята, давайте стреляйте в них. Вот, молодцы. Хорошо, отлично. Вот, смотри. А, эти все-таки решили напасть. А зря, 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 конечно. У меня лучников очень много. Мы сейчас еще создадим побольше лучников. Почему бы и нет? Так, мы что-то открыли. Максимальное количество военных. Все, смотри, мои лучники всех убили, всех уничтожили. Молодцы, нормально. Хорошо. Денег у нас много. Мы еще лучников еще создадим. Смотри как. В бой, мои ребята. В атаку побежали, побежали. Смотри, бегут. Гоплитики. Все, домой, домой, домой. Все идем домой. Все бежим, 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 бежим. Эти... А, смотри, они тоже лучников, смотри, выставили своих. Офигеть. Я думаю, это без... А, нет, это лучники, которые здесь стоят. Защищают просто вообще королевство. Поэтому это не так страшно. Вообще, денег-то у нас вообще вон 3000. Мы давай... Давай гоплитов делать, потому что они... А, в смысле, все, максимальное количество военных? Ага, тут даже такое есть, максимальное количество военных. Все, ладно, в бой. Идем в бой, ребята. Все, все побежали в бой. И будем атаковать. А что, смысл? У нас максимальное количество людей. Так, все, стреляем, молодцы. И по мере того, как они их будут убивать, я буду делать лучников. Так, гоплиты, давайте гоплиты. Аккуратно. Все, у меня, смотрите, все стали фигачат. Внимание, враг вызвал подкрепление. Да, пофигу. У меня столько военных, смотри. Тут они прям конвейерно работают. Смотри, представляешь? Ух ты. 10 человек мы их уничтожили. Да нет, мы успеем, смотри. Опля, и все. Опоздали вы, маги. Опоздали. Не успели вы атаку-то свою защитить-то. Виктори, эти мудрецы не смогли противостоять вашей яростной армии. Ну, конечно. Теперь нам нужно двигаться дальше и зачистить убегающих врагов, пока они не восстановились. А, даже так, хорошо. Хорошо, сейчас пойдем их уничтожать, конечно. Вы разблокировали Magic Kill. Магов. Движение оглушить, атака призвать. А, хорошо. Хорошо. Так, значит, обманули они нас, да? Обманули сильно. Размер статуи увеличить? Давай, нет, я хочу вот этих ребят. Либо мешок увеличить ему, давай. Ох ты, золотой мешок, отлично. И скорость увеличим. Вот так, хорошо. Все, сделали здесь, хорошо. Дальше идем в оружейку. Что у нас здесь в оружейке есть? У нас много самоцветов. Здесь мы можем... Ну ладно, ничего здесь не будем делать, в принципе, ладно. Пока, пока ничего не будем покупать. Будем экономить. Что ж, поехали дальше. Дерзкие земли. Играть. Освободите дерзкие земли. Лучно стрелы и яромечники объединили силы и жестоко правят дерзкими землями. Жестоко правят. Надо их наказать. Вы должны освободить жителей этой мирной страны. Уничтожьте статую лучно стрела яромечника. Да без проблем. Без проблем. Конечно. Так, давай сразу этих самых шахтеров увеличим. Количество. Максимальное. Сколько там у нас шахтеров должно быть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь шахтеров. Восемь шахтеров. Шесть. И еще два раза. Семь и восемь. Еще раз и все. Вот все. Давай это волшебник. А, волшебника не хватает. Ну давай этого одного, мечника. Что у нас в стане врагов? Сейчас посмотрим. Ага, в стане врагов, в принципе, ничего такого тут у них и особо нету никакого развития. Ничего страшного. Подождем, пока нам денежку не добудут. Так, у нас приносили они 140 монет, это я помню. А сейчас посмотрим, сколько. 160 стали приносить. Ага, увеличилось немножко, ну, незначительно, но пойдет. Так, лучников сразу покупаем, лучников. Какие у нас там... Ух ты, в смысле, они уже нападают? Офигеть, всем, всем домой, срочно, срочно всем домой. О, они убили моих ребят. Двоих, надо будет их воссоздать.
Все, и начинаем это стрелять, в принципе. Это что, попадает, нет? У нас этот, встали эти ребятушки. Сколько их тут количество? Четверо. Все, пускай они стреляют, а эти будут нападать потихонечку, да? Вот гады, а. Давай лучников сразу создадим еще побольше. А, денег нету. А перевод войск в гарнизон не позволяет работать шахтерам, поэтому денег, естественно, и не будет. Ну что ж, ладно. Переводим. Давайте, работайте. Все работаете. Давайте, поехали. Так, у нас денег нету, да? Ждем. Пускай добывают золото, ребятушки. А мы будем сейчас ждать. Денег нет. Ну все, подождем. Эти гады, видишь, напали на нас. Ну, у нас это тоже мечников мы сейчас делаем. Все, денег нет. О, бегут, бегут, бегут. А, что-то отступили. Давайте мы нападать. Нападаем, все бежим, нападаем. Во! Отлично, молодцы. Эти стали стрелять, такие, значит, да. А мы их бац-бац-бац и расстреляли. Все. Убегайте. Так, все, назад, назад, назад. Нафиг. Да, вот тут они, видишь, это лучники выбежали. Нет, все, назад. Назад ждем. Давай. Давай побольше лучников, пока деньги не закончатся. Потом, когда уже максимально лучников мы сделаем, мы вызовем гоплитов. Либо, может быть, даже волшебников, я думаю. Все, стреляем, уничтожаем, убиваем. Сейчас я сделаю для интереса волшебников. Да, в принципе, смотри. Мои-то лучники. Так, давайте, нормально, работайте. Так, вот ты, допустим, лучник, да? Давай, иди поближе, встань вот здесь. Сейчас я тебя приведу сюда. Вот медленно идешь, а? Быстрее беги. Давай, 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 давай. Сейчас мы его туда приведем и заставим стрелять. А, вот как, что ли? Ух ты! Давай это поближе еще встань. Во! Эй, в смысле, они меня... Ай-яй-яй, убили его, бедолага, прости, извини, конечно. Сейчас я еще создам побольше, прости, конечно. Не хотел я этого. Да, у них, вон, смотри, сколько стрелочников. Трое, а, вон, смотри, четвертый бежит стрелочник. Ничего-ничего, сейчас нападем на вас. Сейчас я вызову... Я хочу магов сделать. Сейчас добудем золотишко, и я вызову магов. О, эти напали на нас. Смотри, они не добегают. Они не могут добежать. Они все погибли. Ну и у меня, смотри, здесь тоже жизни. Они нормально уничтожили. Вот так, в принципе, они погибли все. Вот, один маг. Сейчас побольше магов вызову. Магов, сколько у меня там? 10. 10 магов сейчас вызову, и будет нормально. Лучники сейчас построятся. Надо будет нам еще эту статую увеличить потом будет. Хотя, лучше пускай эти ребятушки, которые золото добывают, вот они вот пускай добывают золото. Так, а вы что стреляете? Никого нет уж пока. Так, ну да, я думаю, сейчас мага сделаю. Сейчас и с магом побежим. Я хочу просто понаблюдать, что маг будет делать. Мне интересно. Вот, и одного можно гоплитика сделать. Угу. И одного еще мечника. Так уж и быть. Вот, создаются они еще медленно, понимаешь? Так, ну что там у нас этот... О, а вы, ребята, тоже, смотри, они-то, по идее, они развиваются, смотри, тоже. У них сколько лучников, вон, смотри, сколько этих самых с мечами-то. А ну, поехали, пошла армия моя, пошла. Пошли, ребята, пошли, пошли, пошли. Давайте нападем на них. Давайте на них нападем. Во! Смотри, нормально, нормально. Сейчас посмотрим. Где у нас эти волшебники-то, интересно? Ну все. В принципе, мне ихняя защита. Вот, смотри, волшебник. Вот, он создает потихонечку. А, внимание, враг вызвал подкрепление. Да елки-моталки. Давай, волшебник. О, видишь, о, волшебник вообще тема, смотри. Ой, убили его, к сожалению. Убили волшебника. Давай вызовем мечников сюда, побольше мечников. Эти, смотри, мои стрелки. Ну, стрелков у меня много. Смотри, в принципе, мы победим, конечно, спокойно. Сейчас мы, смотри, же красненькая штучка, она сейчас уменьшится и все. Лучников у меня очень много, поэтому им со мной тягаться сейчас вообще бессмысленно. Все, давай еще. Вот, уничтожили, молодцы, мы победили, молодцы. Победа! Вы выбили безжалостных лидеров дерзких земель, но теперь ваша помощь нужна жителям Вествинда.
Да ё-моё. Ещё кому-то нужна моя помощь. Помощь. Кому-то нужна моя помощь. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, скоро мы увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока-пока.